Я не услышала ответа и вдруг подумала: молчит. Но у души таится где-то, Бог точно слышит. Не спеши, я не спешу. Но столько времени уже устала повторять, так тяжело мне это бремя, и не молчать, и не кричать. Тебе приятно это видеть, всю боль и грусть моей души. Так где обещанная милость? И почему опять больней? Все почему и почему? Я уже стала ждать ответа. Тебя никак я не пойму, а сердце вновь мое задето. Я верила, что слышишь ты, но ты молчал. А я взывала, и тайники моей души тебе лишь только открывала, а ты молчал. Неужели не видишь, как жизнь терзает боль и грусть? И неужели ты не можешь хотя б на миг забрать тот груз? Я не прошу тебя о многом, хочу лишь только одного. Дай сердцу, дай счастье тем, кто сердцу дорог, утешь все тех, кто одинок, верни того, кто заблудился, неправильным пошел путем, и отыщи, кто потерялся, избрав врага себе вождем. Я прошепчу в молитве громкой простые кроткие слова, а ты услышь, ответь мне, Бог мой, твоя мне милость так нужна. Сквозь слезы, боль и ожидание осознаю, ответ был прост. И в этом тягостном молчании был рядом Он, Христос Господь. Он отвечал в простом молчании. Хотел, чтоб я-то поняла, Он Бог любви. Он был в страданиях, Он Бог не только на словах. Он ждал смирения и терпения, ждал благодарности за боль. Он жаждал сердца умиления, а я искала, где же Он. Скажу спасибо и услышу в Его молчании любовь. Становится все тише, и я обрела Христа покров. Без слов пойму Его ответы, не буду ждать красивых фраз, а на вопрос: «О Боже, где ты?» ответ: «Я знаю, Он средь нас». В проблемах, радости, печали Он рядом. Рядом каждый миг, Он рядом даже в испытании, когда зречется целый мир, Он рядом, рядом Его вижу, и больше нету. Почему в молчании ты даже ближе, и мне теперь легко живу? Аминь, слава.